Более 70 домов останутся без горячей воды в Чите из-за раскопок ТГК-14. Специалисты подрядной организации приступают к капитальному ремонту внутри квартальной тепловой сети по улице Красной Звезды. Планируется осуществить замену участка теплотрассы диаметром 500 мм и протяженностью 30 метров. С 12 по 19 сентября будет произведено сужение проезжей части в районе училища культуры. С 13 по 15 число подача горячей воды будет ограничена больше, чем в 70 домах. Реконструкция площади труда началась на КСК в Чите. Сейчас подрядчик демонтирует асфальтовое покрытие. Согласно документам, начальная стоимость работ по реконструкции составляет 59 миллионов и 700 тысяч рублей. На площади появятся спортивные игровые зоны, сцена и аллея славы. Кроме этого, там будут установлены скульптуры «Кот ученый» и «Вишневое дерево», скамья примирения, детские игровые комплексы, спортивные тренажеры, лавочки и биотуалеты. Предполагается, что работы по реконструкции завершатся к концу текущего года. В Чите продолжаются работы по ремонту фасадов 17 многоквартирных домов. Среди первых объектов, где уже завершен ремонт, дом по улице Лермонтова, 14. Он был построен в 1947 году. С того момента обновление фасада проводили лишь один раз, больше 30 лет назад. В высокой степени готовности также ремонт фасадов на улице Ленина, 110, Бутина, 18-59, Амурская, 23 и на Новобульварной, 9. Также в районах края в этом году будут отремонтированы фасады 43 жилых домов.